Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в Софии на семинаре по экстремальному бою Винчун, Болгария. И по традиции я записываю каждый раз с любого семинара какие-то интересные моменты нашей техники из экстремального боя или Винчун для вас, чтобы вы могли хотя бы как-то оценить возможности тех приемов, которые я предлагаю. Итак, сейчас мы покажем с участником семинара Мартин. Он плохо понимает по-русски, вот, поэтому будем общаться жестами. Каким образом вот такая связка, поставьте руку, когда идет удар, обратный удар, удар, обратный удар, вот она, который идет в голову, обратно, комбинируется с боковыми ударами. То есть вот оно движение. Сюда. Каким образом эти удары, эту связку, можно применить в партере? Мартин опытный боец, человек, который знает, что такое борьба и партер. И мы сейчас покажем с ним эту технику. Партер. Вот положение, которое часто можно увидеть в боях ММА. Человек фиксирует меня, и я его забиваю. Обычно забивают таким образом, выбирают момент, пытаются убрать руки и пытаются достать. Бьют так, либо бьют вот так, сюда, человек прикрывается. Смотрите, как эта техника действует. Поставьте руки. Мы, вот, все, зажат. Руки здесь, смотрите, вот так. Удары идут с полным поворотом. Удар обратный. Удар обратный. Удар обратный. Боковые. Теперь защищаетесь. Смотрите, внимание. Медленно показываю словами. Удар обратный. Удар обратный. Удар по печени, в голову, сюда. То есть мы фактически работаем этими ударами по рукам, открывая себе путь для ударов по печени, по голове. Получается, вот, раз, пах, пах. О, простите, попал, извините. Вот такие удары. Когда человек прижимает меня, вдруг раз, схватил сюда, да, то можно воспрепятствовать этому, когда он хватает меня, вот сюда я ставлю и работаю рукой точно так же. Да, по руке, понимаете, да? Вот такая техника. Уверяю вас, что удары очень сильные, да, да. Вот, они идут полностью сюда, в печень, в голову. Конечно, самые главные удары боковые. То есть мы загружаем центр, вот он боковой. Загружаем центр, вот он боковой. Все, вот такая техника. Всем спасибо, все хорошо. Привет из Софии.